Пронзительный вокал и уверенная подача. Курянка Светлана Саакян завоевала заветный гран-при впервые. Улыбка не сходит с лица, ведь в свою победу поверить не может до сих пор. На самом деле я, ну, как-то не ожидала этого, но я этого очень хотела. То есть как-то у меня было желание, я стремилась к этому. И когда мне сказали про это, вы не представляете, какая у меня была радость, потому что это первое гран-при, которое я вообще получила за всю жизнь. В числе победителей и Дарья Налеева. Вместе со своей фолк-группой она заняла первое место. Покорить жюри решили песни Валерия Кипелова «Косово поле», но только на народный лад. Сталкивались с тем, что она достаточно ритмически тяжелая. Опять же, в аранжировке были некоторые моменты, потому что исполнитель делает всегда произведение под себя, а уже когда берет ансамбль это произведение, оно немножко звучит по-другому. В этом году фестиваль проходил с 7 по 30 ноября в заочном формате. Заявки на участие подали более 100 человек. Призовые места заняли только 10. Уже стало доброй традицией вспоминать тех, кто отдал свою жизнь, защищая интересы государства. В этом конкурсе участвуют у нас дети и музыкальные коллективы, исполнители из города Курска и районов Курской области. Победители фестиваля наградили грамотами и ценными подарками. Анастасия Давыдова и Анастасия Черкова. События дня.